И всем привет, дорогие подписчики, с вами я, Артём Рейдак, и сегодня у нас продолжение, формат которого вам очень понравился, судя по просмотрам и лайкам, по-моему, 200 лайков, если не ошибаюсь, там сейчас набралось за вот срок получается. И это формат постройки The Woodtown за минуту 5 и 15, и тема нашей сегодняшней постройки именно парк в The Woodtown, то есть построили российский город за 5 минут 15. Теперь будем пробовать строить красивый парк. Ну, какой он получится, сейчас посмотрим и с вами понаблюдаем, как человек строит красиво, ну или как получится, в общем. И, ребят, все, давайте, поехали. И первая наша постройка будет за 1 минуту. Так, наш дорогой друг уже побежал строить, а время-то уже тик-так, цикает. Собственно говоря, проложил дорожку с фонариками, очень, кстати, прикольно выглядит. То есть, мне кажется, если у вас во дворе был бы как бы такая вот аллея с деревьями, с фонариками, было бы даже очень нежно. Да, вот посмотрите, какая скорость, это без ускорения, прям 7-минутно поменяло все остальное. Блин, вот это я представляю, человек, наверное... Пипец, как нервничал, потому что там вот это моменты приходится там менять решение по 1000 раз. Пам-пам, прошло уже больше там 40 секунд. Собственно говоря, получается уже даже очень интересно. О, слушайте, а фонтан, кстати, даже очень дает такого фэншуя. И, кстати, еще и заборчик. Да и заборчик тоже тут очень тема смотрится. А, даже быстрее минуты у нас получилось тут. Вот так выглядит наш итоговый результат. Ну, слушайте, кстати говоря, вот буквально за минуту, ну, ребят, представьте, вы строите город, у вас, как бы там, собственно говоря, много всяких небоскребов, всего остального, и вот хочется сделать парк. Вот такой вот парк вообще реально построить за минуту. Мне кажется, он прям действительно украсит, ну, любую улицу в городе и прям сделает фэншуй и красоту. Ну, слушайте, за минуту прям, мне кажется, очень классный результат. Сейчас мне очень интересно, что у нас получится за 5. Давайте смотреть. Сейчас смотрим видос на перемотке 2.0. Это даже не 4.0. И все очень-очень быстро происходит. Сразу наш дорогой друг решил тут одно здание изваять. Собственно говоря, оно, по-моему, если не ошибаюсь... А, нифига себе, блин. А я думаю, кстати, можно заранее, чел, друг, именно до серии построить там, опять же, водичку, электричество, чтобы все классно работало и как бы, ну, вот так вот не приходилось запариваться. Потому что, блин, потерял там лишь, не знаю, секунд 30, получается. Вот это по регламенту можно... Да, целую там гигантскую зону себе сделать, чтобы таких вообще проблем не было. Пом, у нас тут получается, вот я даже не знаю, очень интересный дворец, как будто бы, и вот на что он похож, как будто, ну, как будто какой-то, ну, я даже не знаю. Хотелось сказать первоначально, как будто какого-то герцога или чего-то такого, но потом я присмотрелся и понял, что нет, обычно просто садовый дворец. Там такая беседка еще круговая, очень интересно сделана в стиле там вот возвращения к истокам. Я имею в виду там вот эти все вот Римы, все остальное, там античная Греция. А у нас тут получается даже очень интересно, тот же заборчик у нас использован тут по дизайну. О, озерцо, ребят, вот озерцо, озерца я прям обожаю в The Woodtown, когда люди делают в парках, и это прям, ну, заставляет жить, это то, ради чего я живу. Ага, значит, сейчас вот подбор всяких материалов, я просто смотрю, сколько дорогого моего друга модов, и это какое-то, да, нереальное количество. О, интересный декоративный элемент. У нас тут лодочка такая вот появилась. Ну, правда, разбитая, но ничего страшного. Оранжевые деревья, но, слушай, да, вот так явно лучше. Блин, электричества нет, брат. Реально электричества нет. Вот жалко, все-таки не провел. Надо было вместе с водой еще панельку фигануть. О, ни хрена себе. Ни хрена себе. Флагшток с российским флагом. Ты сейчас, наверное, ищешь еще какую-нибудь. Да ладно. О, кайф. Флаг Белоруссии, наверное, флаг России поставят, скорее всего. Да.
О, прям няшка. Блин, ну, ребят, пожалуйста, посмотрите, что у нас получилось. Только жалко, вот значок электричества тут, конечно, очень портит, но а что поделаешь? Уже ничего, к сожалению. Такой реально, такой небольшой дворец получился, такой парковый, чисто парковый. То есть поначалу думал, блин, может там кто-то живет? Все-таки нет, видите, он там повсюду открыт. То есть там можно в нем посидеть, там, не знаю, спрятаться от жары или что-то такое. Так что красота. Елочки тоже очень няшные тут получились. И сама непосредственно дорога. В общем, слушай, за 5 минут это прям мои аплодисменты. При том, что еще какая-то часть времени была потрачена на то, что там водичку провести. Жалко, конечно, вот электричество не было проведено, но что уж поделаешь. А так, результат на самом деле, ну, очень уж хороший. Блин, мне сейчас безумно интересно. Вот времени у тебя сейчас будет в 3 раза больше, то есть 15 минут. И прямо вот, ребята, вы, наверное, тоже предвкушение все-таки, что у человека получится сделать за 15 минут. Давайте уже скорее смотреть. Воу-воу-воу! Словно, знаете, разгон гоночного болида, это все выглядит на перемотке 4.0. Блин, дорогие друзья, вот сейчас как-то вот эпилептики, прошу отойти вас от экрана. Человек начинает строить мостик. Странно, интересно, зачем? Тут какой-то домик. Так, очень, кстати, А, да ладно, ребята, ни хрена себе. То есть человек прямо вот так вот, то есть... Прямо, чтобы сделать парк классный, нужно сделать для него остров. Собор Василия Блаженного, ты серьезно, брат? Ни хрена себе. Слушай, ну здесь на самом деле прямо-таки респектос. Респект. Какой-то, знаешь, пляжный стайл, что-то такое. Очень, да, интересное решение на самом деле. То есть, да, такого я еще, конечно, не видел. Что прям на острове собор Василия Блаженного и такая красота. Блин, опять вот момент, что с водичкой. Проблем с кое-какие, но да ладно. Всякое бывает. Так, это, кстати, говорят, остров не кончается. Все-таки решил сделать зеленую такую зону. Тут у нас, блин, ребята, вот человек это делал 15 минут. Мы смотрим в перемотку 4.0, это получается в районе 2 минут. Всего-навсего, охренеть. То есть, как, если бы смотрели на реальной скорости, вы бы, наверное, уже успели уснуть. О, какой-то бассейн или какой-то комплекс у нас тут получился. Ну, на самом деле, ну, очень уж симпатично это все, конечно, выглядит. И вот тут прям вот да. Это, ну, само собой, водичка, электричество, чтобы у нас было. Ага. Нет, конечно, собор Василия Блаженного на пляже, это, конечно, очень сильно. И все остальное, пальмочки. О! И все, ребята. Вы даже, мне кажется, не заметили, как эти 15 минут прошли. Получился у нас вот такой вот интересный реальный результат. То есть мостик, собственно говоря, который мы вначале видели. И... А, видимо, на кораблике можно как-то доплывать, скорее всего, до этого такого острова парка, скорее всего. Но на самом деле очень интересное решение, прям вот действительно. Вот никогда бы не подумал, я думал, сейчас будет просто гигантский парк, что-то такое, там парк аттракционов, может, развлечений. Нет, ну тут в этом плане, конечно, действительно удивил, потому что там реально мы задумывали, что как бы, ну, ты построишь парк, а здесь получился ценный полноценный остров развлечений. С собором Василия Блаженного, наверное, китайским каким-нибудь, потому что, блин, он находится на пляже. Или, как знаете, в Тропик 6, или там, в принципе, серии Тропика можно красить всякие там монументы и все остальное. Вот просто какой-то злой злодей. Злой злодей. Кто-то взял этот собор Василия Блаженного там из Москвы, прямиком перенес вот на этот остров. Реально, вот мне Тропика лично напомнила. На самом деле, ну, очень уже интересно это все получается. Ну что, ребят, а я, наверное, буду прощаться, скорее всего. Мне кажется, с парками получился видос тоже очень интересный. Ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Также заходите в телеграм-канал, в дискорд-канал Рейдака, все ссылочки в описании. Загадывайте свои как бы, форматы для построек за минуту 5-15 в комментах. Не знаю, там школа, может, там, не знаю, город, все что угодно. В общем, пишите комментарии, буду очень рад. Спасибо, что со мной снова. Это был Артём. Рейдак. И всем удачи, и всем пока-пока.